Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, Battle League. Ну что, за розу нам остается совсем немножечко для того, чтобы получить 1000 самоцветов. Ну а 1000 самоцветов, сам понимаешь, нам дает шанс открыть 11 паков. Против меня профессор. И он, тем более, 32 уровня, я смотрю. Ну, не уровень, так скажем, 32 ранг у него. И что мне тут сделать? Серьезно? Ой, ё-моё, надавали там мне какой-то лабуды на самом деле. Будем смотреть, что за профессор. Savage Dave, 88. Насколько он хорош или плох. Ну давай, там что-то там задумался. Так, наверное, надо, друзья мои, окно приоткрыть. Будет, наверное, шумное, но фиг с ним. Ну что ты там, профессор, уснул, что ли? Ёк-макарёк. Или он в последний момент... Да, ребят, в последний момент есть такие зануды, который занимается вот такой вот ерундой. Ладно, придется нам тогда... Я думал, что придется выжидать, но тут он созрел. Что будем делать? У меня есть один небольшой план. У меня есть небольшой, друзья мои, план. Давай так попробуем сделать. Он может, конечно, мог бы уничтожить, но он этого не стал делать. А почему? А кто мне скажет? То есть чисто на одних заклинашках, что ли, хочется работать? Ну, давай так сделаем. У меня другого варианта все равно нету. Он нахапал себе кучу заклинаний. Так. Блин, ребят, надеюсь, вам не шумно. Окно открыто. Машина ездит, все это гудит, трещит. Он убрал его с поля боя. Ладно. Да что такое-то, блин, 3 болгарских перца, блин. А толку 0, ребята, от этого. Давай сделаем так, короче. И... И вот так тогда. Ну, обмен. Так, обмен. У меня что-нибудь будет сегодня хилище или нет? Ядрен, матрен, ну. Я вот этого не могу понять. Ну неужели дали что-то путевое? Так, раз, два, три. Так. Ну хорошо. Насколько я понимаю, у него есть бонусная атака, да? Если я правильно понимаю. Ну и что-то там за 7 энергии. Ага, вот что он ставит. Блин, ну какого лешего-то? Так. Ага.
Вопрос в том, что мне сейчас делать надо. И все на этом, что ли? Так, ну ладно, это он сюда пробьет, допустим, да? Это он сюда пробьет. Друзья, я не знаю, как лучше сделать. Давай поставим так и вот так. Там будет видно. Угу. Ну, допустим. Так. Что нам выпадет? Она выпадает заморозка, ребятушки. Ну, этого мы с тобой сможем уничтожить. Но, блин, сейчас будет, ребята, катавасия такая. Блин, еще и минус одна энергия. Ничего хорошего у нас тут не ждет, друзья мои. От слова совсем. Но он порталов нахапал, что я могу сделать? Он хапнул эти долбанные порталы, блин. Я надеюсь, что, ребят, вот этот охламон пробьет сюда. Потом мы этого, я не знаю, что мы там с ним сделаем. Мы можем его... В плане, какой интернет? Ребята, вот это называется читерство. Какого... Какой интернет отключился, блин, ни с того, ни с сего? Ребята, это лажа полная. Это полная лажа. Это полная лажа. Такого не должно было быть. Читер хренов. Просто, ребята, это был читер. Вот, серьезно, ребята. Чистой воды. Вдруг ни с того, ни с сего, ни с того, ни с сего у меня интернет отключился, который работает стабильником просто-напросто. А он взял его и вырубил. Да потому что он понял, что ему кранты. Он понял, что у меня там сработает блок. Дальше я смогу его либо превратить в какую-нибудь фигню, либо еще что-нибудь. И просто отхиляться. И разнести его там в пух и прах. Вот и все, ребят. Но нет. Короче, не стал он со мной по чесноку отыгрываться. М-да. Ну и чё он этих утырков своих здесь накликал? Так. Да я могу сделать вот таким вот образом. Поехали. Этого мы можем в любой момент с тобой убрать. В принципе, ничего страшного в этом не будет. Хотелось бы, конечно, его превратить в какую-нибудь размазню. Ну и призрак, и что? Ну давай так сделаем.
Наверное, не доживу, ребята, я до вот этого вот кабачка, скорее всего. Цукини. Блин, надо закрыть что-то. То холодно, то жарко, не разберешься нифига, ребят. Вон что, он тратит, ребят. Ну и в принципе хорошо. В принципе хорошо, что он потратил. Что, можно в принципе вот так вот сделать, да? Превратить его в козла. Блин, нафига не столько этих-то могилок. Слушай, он случайно не хочет ли сделать, знаешь, чего? Вирус. Что-то такое. Да-да-да, друзья мои, он все-таки вирус. Я был прав. И я со своими тремя этими надгробиями. У него еще 100%, ребята, есть вирус. А мне еще 3 энергии нужно, чтобы этот паршивый патиссон использовать. Так, смотри, что он творит. Интересно, ландшафт есть у него или нету? Если у него есть ландшафт, он сделает пробитие мне, да, получается? Этот карту то в любом случае заберет. Карту и сразу же уничтожит мне этого хламона. Вот в чем проблема-то. Он поставит его на воду, скорее всего. С воды будет призраком бомбить. Да. Так, ну этого мы можем с тобой, в принципе, превратить в какой-нибудь хлам. Ну, например, вот так сделаем. Посмотрим. 3 энергии он оставил на что, ребят? Правильно, на вирус. 3 энергии он оставил себе на вирус. Давай посмотрим. Ага, вирус. Бамс, бамс, бамс. Блин, одну энергию, ребята, нужно. Всего лишь одну. Тогда мы их превратим в отстой. Но у него, если он оставит себе 6 единиц, ребята, это говорит о том, что у него будет еще один вирус. Нет, он не стал. Он не стал, ребята, так рисковать почему-то. Блин, ну и куда мне его поставить? Ну давай вот сюда вот поставим. Да. Не очень удачно. 4, 2, 6. Да какой 6? Там сейчас дофига мне прилетит, ребят.
спасется, нет? Две энергии. Ну что, нам только кабачок, ребята, ставить. У нас других вариантов с вами нет вообще. Есть у него бомба или нету, как думаешь? Я так и знал, ребят, что он будет свои вирусы ставить. Допустим, поставил вирус. Еще есть у него что-нибудь? А это тебе не поможет. Хотя, подожди, 4-6. Нет, не поможет, ребят. Мы успеем отхиляться. Плюс у нас еще, не забывай, защита сейчас работает. Да, значит, делаешь. Блин, я больше ничего поставить не могу. Как назло. Он опять за свои вирусы. Ну хорошо, хорошо. Да, ты что-то там двигаешь-то. Куда ты... А, на воду сдвинуть решил. Ладно. Раз, два, три, четыре карты, ребят. Четыре карты. Ему нужно здесь прикрывать, иначе его сюда снесу. Потом здесь. Но он почему-то делает вот так вот. Ему нельзя применять заклинание, ребята, иначе ему сейчас кранты. Ну как, он применит, как бы мы отхиляемся еще на 3 единички. На 2 единички отхиляемся. Но... Но пробьет он мне сюда 6. Надо посмотреть, что здесь будет, ребят, как здесь будет происходить. Все, бомбанул, короче, да? Так, смотри, мы 4 в лицо ему наносим или нет? Вирус. Если 2 вируса, будет плохо. Угу. А, он у него есть хил. Ну ладно. Он хильнулся. Хорошо. Но ему сейчас вот этот, ребята, так в лицо сейчас зарядит, что ему мало не покажется. Да-да, которого он на воду перенес. Собственноручно причем. Идеально. Но тут действительно нормально получилось, поэтому, ребят, грех жаловаться. 2 ландшафта были именно хилищих. У него в ответку ничего не нашлось, чтобы заменить ландшафты. И я скажу тебе, что это не моя колода. Нет, ребят, это не моя. Я такой не играю. Это вообще какая-то экспериментальная. Моя должна быть... Не знаю, может быть, вот это. Сейчас посмотрю. Не должно быть вот этих у меня. Я хилок по приори просто не брал, ребят. Так что... Так, 3. Тут еще осталось 2 и 1. Может, это и попробовать? Давай попробуем колодой номер 2. Немножко поиграть. Разрулить, так сказать, ситуацию.
что-нибудь прекрасное получится. Так, против нас заразительное сальце. Ну, давай, наверное, вот это уберем пока. Сейчас посмотрим, есть ли на танцорах. На танцорах, друзья мои. Так, ну он может что сделать? Да он дофига что может сделать. Три единицы энергии может потратить, например. Ой, три единицы энергии. Он может потратить одну единицу энергии, но нанести мне три единицы урона. Но он вот так вот делает. Он решил через челюсти сыграть. Слушай, ну что такое-то? Ну что это вот такое, ребят? Ну понятно, что этого надо уже, ребят, все ликвидировать. Запарил уже здесь. Фигней страдать всякой. Стал страдать фигней. Так, он ничего не стал делать. Почему? Вопросик, друзья мои. И все? А, вот так. Ну и ладно. Две карты у него остаются, друзья. Хил он мне не перекрыл. Хилищую дорожку, видишь, не перекрыл. Так что... Ты серьезно сейчас? Ты сейчас серьезно вот это вот? Ну, хорошо, поехали. Ему придется сюда кого-то ставить. У меня еще, ребята, и кукуруза. А чё ж ты никого не поставил? А чё он, ребята, хочет сделать? Ха, вот что. Ага, это как раз и где-то вовремя. Это, друзья мои, как раз вовремя. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, подудел и хватит. Кадушка попался. Ну, ребят, я жду просто, если он сейчас кого-то более мощного выставит, естественно, я буду убивать его через кукурузу. Это понятно, и дурачку. Единственная тут проблема в чем? У него срабатывает защита, у него есть капля. Капля уничтожает. Аж вот так вот, да, сделал? Ладно.
Ну, 3 единицы урона, скорее всего. А, у него да, танцоры. Все-таки, ребята, хочет через шляпника меня добить, да? Ладно. Нет, ребята, он почему-то сдался. Видимо, шляпник его покинул. Или не выпал ему. Тут два варианта. Мы-то с тобой прошли. Мы с тобой даже повысили ранг. Слушай, а что у нас там за задание висит, кстати? Давай посмотрим. Так, сыграйте зомби, который стоит не более 3 мозгов. Сыграйте зомби, который стоит не более 3 мозгов. Ну давай попробуем с тобой сыграть за... за бесенка. Ну, как вариант. Пятым номером. Пятым номером. А, какой пятый? Третий. Третий номер у нас бесенка. Поэтому сейчас попробуем где-то. Ну, почему сразу, блин, бета-каротин? Почему морковка сразу лезет? Я не хочу, чтобы морковка лезла. Давай, наверное, вот это вот берем. Да и бокс. Слушай, знаешь, в чем проблема? Что у каротинки очень много могилоедов. Обычно так делается. Она берет очень много могилоедов, потому что она готова, так сказать, к неожиданной атаке. Но если я поставлю вот этого сюда. Угу. А вот это как-то глупо, мне кажется. Ну да, он подбьет, но ты не забывай, что у меня зомби-то все равно спрыгнет. Зомбик спрыгнул, твою налево. Это бесячество, ребят. Вот сейчас, кстати, посмотрим, есть ли у него могилоед. Есть, ребят. Но у него не могилоед, а отбрасывальщик могил. Ох ты. Так, слушай, ну вот сейчас, ребята, опять же посмотрим, есть у него еще один. Потому что мне надо в любом случае ставить сюда. И вот так. Блин, знаешь, что я думаю? Этот ты случайно не бомбанет ли в блок-то? Да ты, блин, серьезно, что ли? Ёк-макарёк, ребята, вот этот, блин, да. А, я думал, у него сейчас будет этот с трактором, который передвигает карту. Но, тем не менее, он тоже здесь зажрется сейчас этими картами. Давай по чесночку. Достанет. Надо его как-то бомбить. Еще непонятно, что он там нахапал себе, если честно. Ну, мы тоже заморозим, да? Или как вы думаете? Сколько там? 2 и 2, 6. Давай так сделаем. Так, он еще и сдвинул мне его. И посмотри у него, блин, ребят. У него патиссон, оказывается, был. У него, оказывается, был патиссон. Ну что, я могу либо заморозить.
И это все, да? Ай, блин. Ну, поехали. Как думаешь, у него бомба есть? Давай проверим. Или лучше не так сделать? Хрен его знает, как тут лучше сделать. Давай просто проверим. Я не удивлюсь, друзья, если у него будет сейчас бомба. Ну, ядерный гриб. Я про него говорю вам в данный момент. Сюда может кого-то поставить. Прикрывает задницу, да? Одним словом. Да это все, что ли? Хорош, ладно. Ребят, нам надо 6 единиц в лицо ему нанести. Сейчас блок к нему срабатывает. Там с этим, с экскаватором у него будет. А, нет, ошибся. Тогда все, ему крышка, ребят. Сейчас мы с тобой вызываем вот этого парня. Он пробивает ему лицо. Вот так вот. И все. Быстро и безболезненно, так скажем. Так, ну что, мы с тобой... Ага, выполнили. Ну смотри, 800, ребят, 800, нам нужно 200. Если мы с тобой переходим на 30-ю лигу... Если мы с тобой переходим на 30-ю лигу, нам сколько дают... Нам сколько дают с тобой кристаллов? 100 или 200? По-моему, 100, ребята. Я могу ошибаться, но... Мы 27-й, 20... Ой, блин, до 30-го ранга нам еще подниматься. Столько боев надо сыграть. Даже не знаю. Ладно, попробуем. Так, что у нас там? Я не знаю, ребята, ну... Давай так поставлю. Это он подготавливает под удар, что ли? Хочет так сделать? Я пока... Ага. Как бы неплохая карта выпала, ребят, но реализовать ее как? Да он задолбал. Что у него с бананами там все связано-то? Банановое отродье. Угу. Ну тебе и бананы. Ну я не знаю, ребят, ну давай так попробуем. Бонусная атака? Ну давай, допустим. Два удара по земле будет делать, нет? Стал.
Ребятушки, вам этого делать? Интересно, могилоед есть, нету? Очень интересно, ребят, посмотреть, есть ли у него могилоед. Так, бонусная атака. Че он там? Ну хорошо, поставил сюда. Ну, взял себе здоровье побольше. Ну он же, ты же сейчас улетишь в трубу у меня просто-напросто. Или лучше банан, ребята, это ты. Вообще не понятно. Я вообще не понимаю, ребят, что он делает, если честно. Черт, что это за... Что это за колода? Объясните мне, пожалуйста. Сейчас 2 и 2 по земле. Но тут у него выбора нет, ему только бомбить, ребята, по земле, потому что этих двух ему надо сносить. Видишь, он психанул, испугался. Я ничего против не имею, правильно, в принципе, сделал. Ну, не то, что даже правильно, у него и выбора-то, по большому счету, не было. Давай смотреть. Ну, ты же понимаешь, что я этот банан сейчас выкину? Да откуда он может понимать? А дальше делается все элементарно и просто, ребята. Делаем вот так вот. Наносим ему в лицо. И вот этот забивает его. Просто-напросто. Вот и все. Вот тебе и весь, как говорится, расклад до копейки. Ничегошеньки серьезного. Так, давай еще, ребятушки, наверное, поединок. Это будет 20... Блин, до 30 ранга. Мы пока доберемся с тобой, блин. Ох ты, давненько-давненько я не видел вспышечку-то на солнце. А тут, смотри-ка, явилась. Не запылилась. Ну, как бы... Давай посмотрим, есть ли у нее... Там, ягодный... Нет, у нее... Не ягодный микс. Тут что-то другое, ребят. Он будет ландшафты ставить, что ли, я понимаю, да? Слушай, интересно. А чё... Даже так? А чё ж ты там хочешь? Кого ты хотел продублировать-то, интересно мне знать. Кого он хотел продублировать? Смотри, что вытворяет. Он все свое, ребята, все, что накапливал, все потратил. Но цветочек, тем не менее, у него остался. Цветочек у него остался. Проверка на... Вау, куда ты поставил, Рэй? Ну ты тут... Ребята, я сюда хотел поставить. Я не знаю, с какого перепуга он влепился сюда. Блин, ну это пипец. Это пипец. Какого лешего ты сюда ты... А что на цветах? Он что-то хочет поставить, друзья мои? А что он может поставить или хочет поставить? Давай я так сделаю. Ну тогда понятно все с тобой. 33-й ран. Не знаю, ребята, или он что-то выжидает. Чего я пока не знаю. Минус 1-1 по земле. А, 2 гриба. Банана.
Ня-ня-ня. Вспышкало солнце, все, ребят, отвспыхивалось, так скажем, свое. Эх, 28 ран. Так, 25 мы проходим. 25 кристаллов мы получаем за проход в следующую лигу. Получается у нас, да? То есть, если мы на 29-й, это еще 25. Это будет 850. Плюс на 30-й это будет 875. И там остается 125. Блин, нафига остается, ребят? Ой-ой-ой-ой-ой. Да подожди ты. Да вы издевай. Ну что это? Ну все, ребят, это фейл. Ну что, ну посмотри, ну. Ну как я буду? Еще и пенек. Через горохострелы будет играть. А мне и поставить нечего, ребят. Обалденно. Прикинь. Пипец, короче, да. Я просто ничего не могу сделать. Я как лошпен, ребят, в данный момент. Ну давай вот так вот поставим хотя бы. Я не знаю, что еще нужно сделать. Есть ли у него могила, нет, нету, я без понятия, друзья. Но этого придется выкидывать отсюда. Вариантов-то немного. А что ты его сюда? Еще что ли один есть? Блин. В блок идем, ребят, на... Что же сделать нам? Либо... Ну, давай так попробуем. Давай так попробуем. У меня всего 10 хп. У него 14, но он будет, ребята, бить в блок, скорее всего. Так. Ну что, нам придется этого перемещать тогда, получается, вот сюда, вот под заморозку. А других все равно вариантов нет. Так, подожди, а, ну да. Да и хорош пока. У него еще есть что, ветродуйка у него есть, да? Две карты берет. Поехали. Так, сдули, досвидули. Давай сделаем так и вот так.
Мне кажется, он сдастся. Нифига. Не сдается горный варяг. Прилетел, и чё? И чё ты прилетел? А чё смеюсь, ребят? Он же может... У него, если капелька выпадет, ягода это. Там как раз, по-моему... А, там 5 единиц урона, да, получается? Ладно, давай смотреть. Сейчас блок. О, у него блок не сработал. Вообще четко, ребят. Достал меня, а? Он меня достал. Я думаю, нет смысла пока применять бочку, ребят. Единственное, что... Ну что у тебя там? У тебя заморозка должна быть. Ураганчик должен быть. По идее. Все. Но он сдался, друзья мои. На наше милосердие. Но мы-то... Мы с тобой никого не пощадим. Так, ну что, 28-й. Давай попробуем 29-й взять. Опять же, чтобы получить нам с тобой паки, мне нужно будет переключаться на русскую раскладку, ребят. На русскую раскладку для того, чтобы забрать нам награды, если мы их получим сегодня. Ну вот, бочка, ребята, хороша. Ну, знаешь, когда она хороша? Когда пьешь, не спеша. Меня полный. Разнесут, размотают меня сейчас по полной программе, походу, дело здесь. Вообще ничего не могу сделать. Прикинь, 8 в лицо, ребята. Остается 8 хп. Нет, пока еще не 8 хп. Видишь, что творит? Вытворяет. У него 3 дамага было. Давай так сделаем. Да ты серьезно, блин, ты заколебал, блин. У него на все, ребята, есть ответ. Ну не крышка тут, ребят, что тут? Долбаная авокадо это вылезло, блин. Нет, если бы у меня бы был бы, ребята, не вот этот, не яд, а 2 бесенка, я бы его порвал бы. Возможно, возможно, смог бы его разнести. Но так как мне выпал яд, блин, который я могу реализовать только лишь имея какие-то карты на столе. Ну, не получилось тут. По поводу авокадо, ну да. Ну, дал он мне гаргантюаху. Чё зависло-то? Дал он мне гаргантюаху, который прячется в могилу. А мне толку от него, ребята? Он 7 энергии стоит. Чё с игрой случилось? Чё-то, ребят, по-моему, игра зависла. Угу. Даже музыки нету.
что за глюки? Ну вот опять, ребят, 25. Ну вот что это? Ну уберем вот это вот. Вот это уберем. Еще не легче. Одно не легче другого. Что за... что за банановая напасть пошла у них? Я никак не могу понять. Ну давай так сделаем. Я сомневаюсь, что он пойдет на него лезть. Мне даже нечего делать. Пока нечего делать. Ты задолбал уже, придурочный, блин. Просто задолбал, друзья мои. Неужели у него еще один будет? Давай проверим. Прикинь. Ну ты прикинь, у него еще один такой болван, блин. И что я тут делаю? Тут все, ребят, тут фейл. Да хоть перемещай, хоть что тут делай. Все равно не поможет. Три-то в лицо все равно получишь, как ни крути. Вот от этого причем. Что за карты дают, блин? В руку ничего нормального не лезет, блин. Вот это вот, зачем мне вот это усиление? А вот эти вот ракеты мне зачем в данный момент? Я не понимаю, блин. Если бы у меня был бы кто-нибудь в... ну, типа, я не знаю, там... ну, акробат вот этот, который хотя бы в могилы прячется за 4 энергии. Но он бы тут тоже бы не спал бы. Я бы еще больше бы на руку бы ему сыграл. Просто бесит этот рандом, что, ребята, выбираешь карты не ты, а вот тебе дали карты, все. Вот как хочешь, так с ними играй. Ну что это? Ну твою мать, ну. Ну хотя бы этих дали, ладно, хорошо, допустим. Хотя бы дали в этих двух бесят. Это, конечно, не... панацея, но тем не менее. Такое ощущение, что это, знаешь, с чем связано? Это случайно не грибная ли колода у нас? Что-то пахнет грибной колодой. Давай посмотрим, куда у нас встанут наши бесята. Ну встал немножко, ты не туда, блин, ну... ну что, будем надеяться, какой-нибудь охламон здесь не очень мощный появится у него. Даже так... давай сделаю так. Четыре в лицо все равно прилетит.
Да я просто, ну какой, какой, блин, блок. Какой блок, я тебе еще раз говорю. Слушай, кстати, если бы мы с тобой поставили этого, мы бы пробили бы этого и вот этого. Была бы такая вероятность. Кабачок, 12 стульев, ты посмотри. Ха-ха, минус один по земле. А что, больше у тебя ничего не осталось, что ли? Еще и грибы. Так, одного, короче, нам придется замораживать. Вот этого, наверное, мы выкинем. Вот этого мы с тобой заморозим. Так. Ага. Так, посмотрим. Посмотрим, ребятушки. Тут интересная комбинация. У нас получается что-то какое-то лицо такое бледное, этот свет этот. Все, ребята, он сдался. Ты знаешь, это вот колода напоминала мне колода новичка. Вот, если честно. Ну, новички обычно вот такими играют картами, которые даются тебе бесплатно и в самом начале. То есть ни одной легендарной карты у меня было вообще. О, картопляшка. Картофелинка появилась. Тысячу лет я не видел, еще бы столько не видеть. Ладно, давай попробуем. На чем он будет играть? А тут дофига на чем можно. Бочку, наверное, нам придется приберечь. Скорее всего. Потому что... Ну, если я так... На воду встанет, хоть один бесенок на воду встанет. Есть. Отлично. Я уже догадываюсь, ребята, если он этого поставил охламона сюда, значит, это будет через горохострела битва, скорее всего. Я правда не помню, есть ли... Есть ли у нас горохострел? Давай так, проверим. Интересно. 30-й ранг, а почему он мне дал... Но, возможно, ему просто нечего было поставить, и он прекрасно понимал, что... Сейчас, наверное, поменяет ландшафт. Абсолютно он ничего не стал менять. Решил, что и так все сойдет ему, да? Он все-таки меняет ландшафт. Он все-таки меняет ландшафт. И у него будет еще бомба-горячка, скорее всего, ребят. Опа. Я, ребята, понял. Я понял прекрасно, что это за колода.
Но он, наверное, не думает, что у меня есть еще ландшафты, ну так скажем, между нами, да? Ну, допустим. Допустим. Даже не удивился. Нисколько, ребят, не удивился. Этот же сгорит, но он сгорит. Так, он сюда посадит еще ягоду. Это я тебе точно говорю. Так, 4 плюс 3 остается у меня. Давай просто поставлю сундук, дабы его немножко смутить. Так, он ставит сюда орех. Чё? Блин, он сейчас горячку влепит. Ёбарасоты, ребят. Он сюда горячку поставит сейчас. Воу-воу-воу-воу-воу. Что это? Ты серьезно? Так, ну ему, по идее, крышка. Надеюсь, блок не сработает. Нет, не сработает. Все, до свидания. Сила. Сила в бесенке. Да, ребят? Ну, разорвали же, главное. Дайте мне 29 ранг уже получить. Я в конце-то концов. Дайте мне получить 29 ранг. Чтобы я уже от вас отстал на сегодня. Так, против меня вспышка на солнце, ребят, 30 какого-то там ранга. 32-го. Тут видишь, тут бабка надвое сказала. Либо это. Ну. У меня нет первого хода. Сейчас, если сейчас опять на этих на ускоряшках, то можно, в принципе, сразу закругляться. Нет. Ты гляди, не на ускоряшках, ребятушки. Давай так вот поставим. Он может минус один-один по земле, то есть он может меня лишить просто-напросто атаки. Чё-то мутит. Чё-то, ребятушки, он мутит. А вот что? Слушай, хорошая карта выпала. Замораживают всех на земле. Ну, 32 ранг. По большому счету, если ты играешь на 32 ранге, ты уже прекрасно должен знать, что тебя ждет у бесенка. Какие приблизительно карты. Ничего такого он не делает. То есть, возможно, он ждет ландшафт. Возможно, ребята. Возможно, фиг знает, что еще там у нас может быть. Давай так сделаем, потому что все равно потом будет у нас вот этот гробокопатель, и мы с тобой обнулим.
Нет, ну не может же быть эта колода на хила, или... Не может же быть. Кого-то сейчас минусанет, скорее всего, у этого парня. Не удивлен нисколечко, ребят. Ну давай еще глаза дай. Вот так, да, значит, сделал. Так, ну у нас есть заморозка растений не на земле, но еще не забывай, что у нас есть вот этот парень. Если он даже сейчас кого-то здесь поставит, мы их сможем заморозить. Но он все в хилы. Он все, ребят, в хилы хиляется. Ладно, пускай хиляется. Капелька, мы можем даже с тобой сделать вот так вот, чтобы побольше нанести ему урона. 5,5 это 10. У него останется там шиждень шиша. Но 3 хп. 3 хп, ребята. Как он может захиляться? Я не знаю тут. Ну, допустим, ты сделал так. Ему 3 единицы в лицо всего надо нанести. Если у него есть ландшафт. Так, а что ландшафт? Ну, в любом случае он не спасет. Я имею в виду ландшафт на хилку, который дает 10 хила. Она через двойной ландшафт идет. Так просто у него не сработает фокус. Причем у меня есть заморозка растений по земле. И ландшафт могу поставить в любую секунду. Ну, помимо, вот кроме вот этого парня. Но я могу его под ракету пустить. Короче, фейл. У него фейл, ребят. Да ничего уже не поможет ему. Он тут сейчас минусует, но я вот сюда поставлю сейчас силу. И все. Вот смотри. Могу ракетой его бомбануть, а могу вот через силу его пробить. То есть тут вариантов тьма тьмущая, как его разнести. Так что зря он там начал какую-то фигню делать. Беспонтовый. Тем более ты сам видишь, что у меня рука довольно жирная. То есть карта у меня на руке приличное количество. И соответственно я смогу ему дать отпор. А если у тебя ничего нету, или там у тебя, ну вот как вот бывает, легендарные карты выпали одни, да? То есть в руке нет слабых карт, маленьких карт, которые ты можешь выставить. И пока ты дождешься там 7, начиная там от 6 маны до 8. Понимаешь, да? От 6 до 8. И тебе просто маленькими картами размозжат. Слушай, это не тот же самый ли? Похож. Похож. Так, давай вот это уберем, наверное. Ну, вот так я хочу попробовать. Давай посмотрим. Клюнет он на сундук или не клюнет? Так, ребята, вот это уже интересно. Неужели ягодный микс? Ну, фруктовый микс, я имею в виду. Неужели именно эта колода? А, по-моему, ребята, так и есть. Фруктовый микс на самом деле, потому что он у него уже... Прекрасно.
Так, у него, интересно, бомба есть, нету? Он сейчас может сделать минус один-один по земле, взорвать бомбу. Причем у него наверняка есть чем взорвать ее, да? Так, ну давай мне индейку. Неохота мне вот эту карту, если честно, тратить. Ладно, фиг с ним. Поехали. У него, видишь, у него банановый этот кожух может быть. Если он сейчас ждет клубнику или еще что-нибудь в этом роде, я ничего сделать не смогу. Откуда у него столько... Откуда у него столько фруктовых этих, извини меня, ягодных миксов, ребят? Я не понял. Откуда? Наверное, надо было все-таки ставить этого. А вот, друзья мои, об этом я вам и говорил. Вот об этом я вам говорил в свое время. Что такая... фигня будет. Ну и, как видишь, она есть. Единственное, что мне ландшафт, ребят, вот никак, к сожалению, не перекрыть. Так, может быть, и не надо его пошел с хилами. Ладно, ребят, смотрим. Так, тут 1-3. Этого трогать не буду я. Он мне, в принципе, не актуален. Наверное, сюда надо переместиться, как мне кажется. Тут-то я еще поживу. Я еще поживу. Серьезно? Так, ну что, 5 в лицо? Сейчас блок сейчас работает. А, нет, не сработает. Мы сейчас уничтожим этого хламона. Давай в блок бей. Я, наверное, не буду пока тратить. Ну, ни к чему. Маленький.
кого брать-то нам? Давай этот гриб, наверное, уберем отсюда. Так, здесь пробью. Здесь пробью. Сейчас в лицо. Там я не знаю, что он там сделает. Но что-то явно нехорошее, ребята, будет сделано. Поехали. Что-то будет сделано явно нехорошее. Давай так сделаем. Как эта фигня, не буду. Пока не буду, ребят, этого делать. Ну, жабу можно выкинуть. Можно заморозить? Нет, лучше выкинуть ее. Давай так сделаем. Так, а выкинуть нам кого здесь можно? Ну, так, наверное, выкинем отсюда. Плюс. Возьму и так, наверное. И хи-хи-хи-хи-хи-хи. Что тут? Пока ничего, ребят. Так, жаба, ну жаба, да. Сделаем так и вот так. Ландшафт есть, заморозка есть. 7 в лицо, я думаю, пропишем. Если, конечно, он не уничтожит мне вот этого. Просто выставляю заморозку. Ну, как замораживаю, этот прокачивается до 7. А ну, нам нужно 7 единиц урона как-то лишь нанести, поэтому... Даже если он сейчас сюда поставит гриб, расплодится. Ну, даже если он там до хрена что сделает, ему все равно, ребят, не поможет это. Мы все равно разнесем. Такова реальность этой битвы. Хотя он может кукурузу. Помнишь, как в тот раз? Как в тот раз кукуруза у нас была? Ну вот, смотри, что у нас получается. Мы с тобой замораживаем вот здесь. 7 в лицо нам надо, да? Да. Ставим сюда с тобой ландшафт. Еще добавим сюда силу. Поехали. Вот такой вот был план мой. И он, в принципе, ну, в принципе, он сыграл. Он реализовался. Так, ребят, ну что, нам надо еще, получается, выиграть один бой, чтобы посмотреть, сколько нам все-таки дадут с тобой самоцветов. Если нам дойдут... Сколько там? 200?
Ну вот опять 25. Ну что? Ну это вообще, ребята, трэш. Это трешняк. Ты посмотри, 8 маны. Ну, 8 мозгов, точнее, чтобы выставить нам капитана пиратов. Даже хотя бы бесенка бы дали. Ёпарасоте. Ну и что вот тут? Мне дали ракету, перемещение, кровожадность. А на кого я буду вот это все делать? Скажи вот мне на милость. Ну, картошка у нас обычно на что играть? На кукурузах, на ландшафтах, на бомбочках, ребят, может сыграть. На орехах, кстати. На зеркалях, между прочим. Да-да-да, и на кукурузе тоже. Ой, кукуруза. Кактус. А мне поставить нечего, ребят. Я как лошпен просто сейчас смотрю, как меня разбирают. Ну, дали что-то более-менее. Ну, он сейчас бомбочку сюда поставит. А, ландшафт. Смотри, а. Ты посмотри, что вытворяет. Ладно. Самое обидное, что ничего не поставишь. Есть заморозка. Блин, ребят, ну мне придется, наверное, бомбить вот этого чудилу. Хоть я этого не очень хочу, но просто надо. Ах, господи. Да-да-да, через кровожадность я хочу, ребята, их наказать. Все равно накажу через кровожадность, ребят. Сейчас серьезно? А что я могу сделать, ребят? Да ничего пока делать не буду. У него ведь 100% лежит бомбочка, ребят. Вот как пить дать лежит бомбочка. Давай проверим. Сто процентов. Я же тебе говорил, что грипп у него будет. Блин, мне никак не переместиться, не передвинуть ни шиша. Ну что, друзья мои, будем проверять, есть у него могила яд или нет. Грибная фигня. Окей. А зачем ему грибная фигня? Что-то мне как-то немножко... Меня это немножечко, как бы тебе сказать... Настораживает.
Прикинь, сейчас могила Еда ставит и уничтожает 3 могилы. Замечательно будет. Так. Пузырь. О, так у тебя парень. У тебя, пацанчик, все очень плохо, я так понимаю, да? Ну, я так, наверное, сделаю. От гаденыша повезло. Ну как повезло, ребята? 2 в лицо, и он готов. А 2 в лицо я ему в любом случае приписать смогу. Причем на изи. Тут все зависит от того, что он применит, что он поставит. Мне кажется, ничего не сделает. Хил. Вряд ли у него будет что-то с хилом связанное. Поэтому мы с тобой просто сейчас кукурузы, что ли? Оригинально, да? Он... Ой! Молекулярка? Нет. Нет, нет, нет. Нет, парень. Не прокатит. Ну что, я тебе скажу. Все, ребята, по-моему, мы с вами переходим на 30-й. Да, на 30-й ранг. И сейчас посмотрим, сколько нам дадут самоцветов. По-моему, 100, ребят. Я могу ошибиться, но, по-моему, 100. Так, 25 сверху. 200. Слушай, тогда мы с тобой быстренько идем, переключаемся на русскую раскладку. Вот. Кстати, ребята, вот кто спрашивал, как переключаться на раскладку? Давай сделаем. Только как это сделать? У меня, блин, мне сейчас не получится показать вам. Ладно, ребят, через... буквально через секунду увидимся. Так, ну что, ребята, поменяли мы с вами раскладочку на русский язык. Как ты видишь, все у нас отлично. Мы идем с тобой в наборы. Так-с, в наборы. Какой мы с тобой пытались в последний... Подожди, подожди, мне не для меня, мне нужны просто самоцветы. Тьфу ты, наборы. Наборы, да. Так, вот этот вот. Этот пак мы с тобой собирались. Нет, не этот. Может быть, этот? Слушай, ну я, наверное, вот этот рискну. Дерби, это шанс, конечно, маленький получить себе что-то из легендарного, но... Давай. Очень маленький шанс, потому что очень мало легендарных карт здесь, в этом наборе дается. Поехали. Мне просто интересно, что нам дадут. Так, у нас есть что, друзья мои, разобрать. Я смотрю, у нас излишки. Так. Много накидывают. Ребята, мега редкие. Легендарка есть все-таки. И кто? Ну ты серьезно? Ну почему этот болван мне выпал? Блин, самый такой гаргантюа, которым я просто, ребята, не пользуюсь. Я серьезно говорю, я им не пользуюсь, поэтому он мне как бы, ну, не интересен. Утилизируем с тобой тогда карты дополнительные. И у нас получается сколько там? 6-7 тысяч энергии, да, ребята? А это значит, что мы сейчас с тобой купим какую-нибудь легендарную карту. Мы играем с тобой за розу. Ну, точнее, не мы, а я в основном, ребята, играю за розу, поэтому мне лучше, как говорится, для нее... Так, а что ты тут приобретешь? Паттайю, ну, у меня 4 штуки было, я одну продал, поэтому как бы этого, такого желания у меня покупать его особого нету. А давай посмотрим за зомби.
Так, вот, ребята, это вот когда сезон закончился, я получил вот эту легендарную карту. Вот этот, в принципе, неплох. Вот этот парень неплох. Когда он пробивает, мы с вами берем карту Гаргантюа, по-моему. Так, это кто у нас? В плане, у меня я такой, у меня нет такой карты? Вы серьезно? То есть, ну, как ты видишь, выбор не особо велик. И я, наверное, все-таки, ребята, приобрету вот этого Гаргантюа. Он всего 2000. Он 2000 стоит. Я почему-то думал, что 4. Ребята, он стоит всего 2000 энергии. Этот, наверное, и тот будет больше стоить. 1000 вообще. Что за фигня происходит? Я не могу понять. А ты сколько стоишь? Смотри, этот, ребята, стоит 4000. А почему тебе тогда так мало? Вот это, наверное, 4000 стоит, да? Легендарная карта. Нет, 2. Взрывной кекс. Кстати, вот это, ребята, очень хорошая карта. Взрывной кекс. Единственное, что мы уничтожаем с тобой любого там Гаргантюа или кого не имеет значения за 7 единиц энергии. То есть у него 7 единиц хп, мы его уничтожаем. Но мы даем карту фрукта нашему оппоненту. То есть, как бы, наносит урон не кислый, но ты играешь, с одной стороны, как бы на него. Да, я, наверное, все-таки, ребята, куплю. Пускай у меня будет вся коллекция гаргантюашек. Создаем. Так, я тогда... Блин, да что ты делаешь, ну, Рэй? Я тогда, ребята, и вот этого докуплю. Ну, чтобы уж было... Блин, стоит всего лишь 1000. Так, здесь... Подожди. А ты сколько стоишь? Он стоит 4, друзья. А этот стоит 2, да? Может быть, взять взрывной кекс? А ты сколько стоишь? Только не говори, что ты стоишь 4000. 1000 всего стоит. Это для танцора, зашибись. А ты? Я создаю, ребята. Ну, нету у меня этого Гаргантюа. Я его хочу, чтобы у меня хотя бы он был в коллекции, ребят. Вот этот, конечно, ну, беспонтовый, если честно, ребят. Но, тем не менее, я его создам. Хоть он мне не особо нравится. Ну и, а ты сколько? Так, мы смотрели, 4. Этот 1000 стоит. И кексик, да, у нас? А вот ты сколько стоишь? 4. За 4 я, к сожалению, уже ничего не могу взять, потому что у меня осталось всего лишь 2000 энергии. Давай, наверное, кексик я возьму, ребят. Взрывной кекс. Я считаю, что неплохо. Несмотря на то, что мы всего получили с тобой одну легендарную карту в паках, и я купил себе 3 легендарные карты плюс кексик. Неплохо. Ну что, друзья мои, нормально сегодня поиграли, до 30 ранга добрались. А на сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Всем пока.